учиться в России или за рубежом? Только за рубежом проверено. Фудмаркет или ресторан? Фудмаркет веселее. Эвиан или Бонаква? Наверное, Эвиан. Натуральное мясо или искусственно выращенное? Ой, надо все пробовать. Итальянская кухня или грузинская? Итальянская, тосканская. Лингвини с тигровыми креветками или жаркое из свинины с тыквой? Ой-ой, конечно, лингвини. Я не люблю свинину. Бизнес в одиночку или с партнерами? Пробовала и так. На самом деле с партнерами легче. Офис или удаленка? Удаленка, даже до пандемии у нас удаленка. Каблуки или кроссовки? Кроссовки, мне кажется, мне уже за 30. Брэд Питт или Леонардо Ди Каприо? Брэд Питт. Леонардо Ди Каприо слишком слащавый. Чего боитесь больше, тараканов или собак? Собак. Я кусала в попу в детстве, очень боюсь. Устроить праздник самой или прийти на чужую вечеринку? Устроить праздник, так душевнее.